Добрый вечер. Вечер добрый. Здравствуйте. О чем хотите поговорить? Да особо ни о чем. Ну, таким, чтобы мозг не загружать сильно. Так мозг же регулярно должен думать. Иначе он атрофируется. Но он же может думать с разной интенсивностью, так ведь? Это да. Но его же надо и нагружать тоже, потому что если он думать не будет, то это как человек, вот если человеку ноги загипсовать, просто так, без перелома, без ничего, пройдет всего лишь месяц, и человек уже очень плохо будет ходить. Но этот же процесс отгрузки мозга нужно регулировать как-то. А вы знаете, мозг это такой орган. Или это все безрегулярно у вас проходит, без регулятора? Мозг – это такой орган, что он сам просит, так сказать, чтобы мы им пользовались. Это как вот жираф. Представь себе, что он не будет пользоваться шеей своей. Так голову положит на землю и все. Во сне спать надо полноценно. Это очень хорошо, так сказать, для мозга. Вы эксперт? Я просто регулярно делаю гимнастику для своего мозга. Ну, заметно. А это, у вас какое образование? Высшее. Техническое, гуманитарное? Да, техническое. Ну, одно законченное высшее образование и незаконченное среднее военное. Понятно. Незаконченное военное училище, с 4-го курса ушел. И Харьковский институт радиоэлектроники, специальность радиотехника. Так, и где сейчас трудитесь, поднимаете на военно-промышленный комплекс Украины? Абсолютно, вы просто, так сказать, в точку. Вы же знаете, наверное, так сказать, чем я занимаюсь. Точно нет. Предположить могу. А, понятно. Именно. Но, скажем так, не сколько поднимаю ВПК наше, сколько помогаю знакомым и, скажем так, близким людям на фронте. Понятно. Вот на фронте. Как в 45-м? Или в 41-м? Сложно сказать. Сейчас, наверное, где-то у нас 42-й. Знаете почему? Понятно. Ну, я так думаю. Это продвигается фронт-то, нет? Ну, а как же? Ну и что, какую битву выиграли уже? Ну как же, вот Новолуганское взяли. Нет? Чего же вы его оставили-то? Это поселок, что ли, какой-то? Да. Блин, ну это мелко. Мелко? Ну мы же тренируемся, занимаемся. Вы уже тренируетесь с какого года-то? Ну вы же завязли в этой войне. То, что мы вас сдерживаем, это и то классно. Надо либо побеждать, либо, блин, сдаваться. Либо побеждать, либо сдаваться. Вот если мы не сдадимся, мы уже победили. Блин, вы стоите там на месте, топчете. А вы что, не стоите? Куда вы просрали на Новороссию? Да нам уже все, уже, да? Уже трындец, блин. Новороссия это ваша. Новороссия это ваша территория, так ведь? Но это же ваша идея. На нашей территории войны нет. Ну, так правильно. На вашей именно, потому что вы государство-агрессор. Ну, поэтому на вашей нет. Вот, свободно общаемся, даже президенты руку друг другу жмут. Это вы там кто все там воюете? Кому-то, я, кстати, тебе про руку, кто там кому жмет, я тебе могу рассказать исторический факт. Значит, Молотов. А зачем ты мне это рассказываешь? Вот исторический факт. Зачем неинтересно. Я хотел тебе просто одну вещь рассказать. Мне это неинтересно. Вот сейчас я понял, это видно, что ты мозг не любишь напрягать. Это заметно. Ну, мне очень как бы импонирует, что ты очень как бы замечаешь многие такие вещи. Молодец, конечно. Но рассказывать мне там, где, кто, Молотов там когда-то. Как это тебе поможет сейчас, если ты такой фронтовик? Что когда-то Молотов. Я тебе рассказываю. Ну, во-первых, это интересно. Во-вторых, мозг вот надо читать, изучать, интересоваться. Это очень классно, я тебе должен сказать.
Это мозг развивает. Вот смотри, сегодня суббота. Я не знаю, там что там у вас. Послушай меня. Ну, да, я договорю. Зачем ты перебиваешь? Вот сегодня суббота. Я с утра работал. С утра съездил по делам. Подожди, сколько ты будешь говорить? Ну, сейчас я, сейчас я договорю. А времени скажи, возможно. Сколько ты будешь говорить? Ну, секунд 20, может быть. Не могу точно сказать. Вот я сегодня с утра работал. Сейчас уже вторая половина дня. Я устал немножко. Вот я сейчас с тобой пообщаюсь. И мне надо настолько, я пойму, что важно продолжать дальше работать. Что, так сказать, это сложно переоценить. Моральное значение очень классно. Ну, ты сам понял, что сказал? Конечно. Ну и к чему ты? А, ты не догоняешь. Ну к чему ты сказал, объясни. Я тебе объясняю, что мне общаться в чат-рулетке с россиянами, это мотивирует меня на то, что я делаю. Я понимаю, как необходимо мне продолжать делать классные вещи для вас. Для вас же стараюсь. Ну, мне кажется, ты просто какой-то больной человек. Ну, ладно. Я понял. Ну, понятное удачи. Дело, что ты не поймешь. Удачи. Хорошо. Удачи. Нехай сейчас стыть. Так вот, расскажу. Честно скажу, говорю сейчас своими словами. Значит, после войны, когда... После Второй мировой, когда Конрад Аденауэр стал главой Германии, ну, ФРГ, которая стала, он встретился с Молотовым. И вот Молотов, ну, после приветствия, спросил его, решил его потроллить, и сказал: «Господин Аденауэр, а как получилось так, что вы же жили в Германии при Гитлере?» На что Конрад Аденауэр ответил Молотову: «Я, в отличие от вас, ему руку не пожимал». Вот. Думаю, факт очень интересный. Вот. То, что от цієї істоти не використовують свій мозок, не тренують його, не застосовують його, не нагружають мозок думками. Ми це бачимо. Дякую вам, друзі.